Ольга Киевская. Баллада о матери. 41-й год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый. Все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы. Слишком юно, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Нам!» — твердил он важно, — «расстреляет!» «Нет!» — она просила, — «пожалеете! Отмените казнь моих детей! А взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает!» Как в смертельной этой круговерти ей спасти кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей. Будто бы и вправду выбирала, кто дороже, кто роднее ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась в лицо: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты!» Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся! Ну, а я останусь, я пожил, а ты не начинал!» Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся! Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил! Не стоит начинать!» Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстрелять!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать ржала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. Ну, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить, сыночка, не цвести. «Дура, матка!» — поучает немец. «Одного могла бы хоть спасти!» А она, поюкая их тихо, утирала с губ сыновьих крови. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.